Больше 30 лет назад они ушли в Афганистан, чтобы обязательно оттуда вернуться. И они вернулись, оставив на чужбине боевых товарищей здоровье и молодость. Сегодня ветераны-афганцы пришли почтить память тех, кто навсегда остался лежать в горах и пустынях. В церемонии принял участие губернатор Севастополя Сергей Иванович Меняйло. После этой войны всегда были для молодежи примером мужества, примером выполнения своего воинского долга, интернационального долга. Рассказы ветеранов о мужестве и героизме легли на благодатную почву. На них выросло уже не одно поколение севастопольских ребят. Очень много ребят, которые стремятся служить в армии. Дело в том, что когда я выступаю по школам, я первый вопрос задаю мальчикам, школьникам, которые в 10-м, в 11-м классе учатся. Кто хочет служить в армию? Сейчас практически все поднимают руки. Живые цветы несут к мемориалу воинам-афганцам. Это латинский крест из белого мрамора, как символ раскаленного добела афганского песка. Он как бы вырастает из треснувшей пятиконечной звезды. В вооруженном конфликте, который длился почти 10 лет, погибли и скончались от ран около 15 тысяч наших солдат и офицеров. 311 до сих пор считаются пропавшими без вести. Светлана Щербакова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.